мы хотели снять фильм о том, что истины просты. О том, что люди тысячелетиями пекут хлеб и готовят мясо в печи на огне. О том, что не хлебом единым жив человек. И о том, что мы хотим быть не только частью творения, но и творцами. Но как найти свой путь, как выразить себя? Сначала меня ведут родители по дороге жизни, затем общество. Я вижу уже проторенные дороги. Мой ли это путь? У меня много желаний. С годами я собираю пустые неоправданные ожидания. И я боюсь. Боюсь, что жизнь пойдет не так, как я хочу. Не так, как просит моя душа. Я вижу, что на месте былых цивилизаций остаются руины. Каналы пересыхают. Там, где кипела жизнь, теперь лишь туристы идут вереницей. А на месте святынь лишь стертые лики. Я хочу найти выход. Где он? А может, мне стоит искать вход? Где вход к моей мечте? Я понимаю, что это единственное, что движет мной. И тут через силу намерения я обретаю свою мечту. Я готовлюсь взлететь. Я лечу. Я и есть сама жизнь. Я обретаю себя.